Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Вооруженный конфликт продолжался 2 года. Война унесла жизни более 100 000 человек. В день памяти почтили тех, кто ценой своей жизни восстанавливал порядок в Чечне и так и не вернулся домой. Сегодня памятная дата. Начало спецоперации по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики, именуемой в народе «Чеченская война». Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков и всех тех, кто выполнял свой воинский долг до конца. Александр Майоров, Юрий Шонин, Евгений Шатилов – это лишь некоторые имена саровчан, которые погибли в Чечне. У памятника воинам-интернационалистам собрались почтить память солдат, молодежные и общественные организации, а также жители города. Не нужно помнить именно не только эту дату, вообще все войны, которые проходят во имя нашего государства, мы должны помнить и чтить, потому что ребята, погибшие, отдавшие свою жизнь или здоровье на этих войнах, мы должны всегда о них помнить. Ну, для меня это, на самом деле, очень важно, потому что я считаю, что 11 декабря, дата начала военных действий на территории Чечни, это нужно чтить тех людей, которые жертвовали своими жизнями для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы сейчас спокойно там учились, получали образование и жили в мирной стране. Митинг, посвященный памяти погибших в Чечне, завершили возложением цветов и минутой молчания. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.